Король и ладья ставят мат одинокому королю. Вначале ладья отрезает черного короля на нижнем ряду. Ладью забрать. Но черный король угрожает забрать ладью. Но белый король успел защитить ладью. Черный король уступает. Белый идет за ним. Чтобы загнать в один из углов, черный опять решил угрожать ладье. Она перескочила на безопасную клетку. Черный король вынужден забиться в угол. До мата осталось несколько ходов. Ладья делает шаг, и он является матом. Белые побеждают.